хочется, по крайней мере, какое-то время уделить тому, чтобы вы сами что-нибудь порешали. Потому что если вы сами ничего решать не будете, то курс получится в одни ворота в любом случае. Ну, я думаю, что и будущим поколениям, которые будут, возможно, заниматься по этому курсу, тоже будет полезно посмотреть на то, как другие решают. Давайте начнем разбираться с теми объектами, которые мы с вами уже успели изучить. Может быть, давайте попробуем, правда, начать просто с классической вероятности, как-то ее закрепить. Но сейчас я в каком-то смысле предложу сложную задачу. Я не знаю, справитесь вы с ней или нет. Если нет, тогда ее потом образцово показательно разрешу. Есть множество, состоящее из n натуральных чисел. Множество чисел от единицы до n. Так, давайте зафиксируем некоторое число k. Ну, если хотите, если вас пугает много разных букв, то я могу, в принципе, написать конкретные числа, как лучше. Лучше буквами, да? Ну, то есть я мог написать здесь 100, здесь 10, там, ну, в принципе, это не важно. Ну, хорошо, раз вам не важно, то мне тем более. Так, зафиксируем какое-то число k, ну, давайте считать, что оно меньше, чем n. Сейчас будет понятно, почему оно должно быть таким. Дальше давайте рассмотрим, для начала просто опишем тот объект, который у нас в итоге окажется случайным. То есть давайте рассмотрим множество m1 и так далее. Ну, тут сейчас еще будет один параметр. Давайте еще s введем число. Всего три числа будет, значит, есть какое-то число n, какое-то число k меньше, чем n, и какое-то число s, ну, давайте я скажу, что оно не превосходит c из n по k. А для чего мне такое ограничение, я думаю, что скоро будет понятно. Значит, s это тоже какое-то фиксированное число, которое не больше, чем c из n по k. И вот давайте рассмотрим множество m1 и ms, каждое из которых имеет мощность, равную k, ну, то есть состоит из k элементов, и каждое из этих множеств является подмножеством исходного множества чисел от единицы до n. m-ита при каждом i – это подмножество 1, 2 и так далее n. И подмножество. Подмножество – это просто сочетание. И поскольку подмножество – это просто сочетание, я и написал, что s не превосходит c из n по k. Ну, всего различных k-сочетаний в n-элементном множестве вы знаете c из n по k. Поэтому я говорю, что давайте рассмотрим какой-то набор таких подмножеств. Ясно, что раз они различные, то их количество точно не больше, чем c из n по k. Просто зафиксировали s. И давайте этот набор, эту совокупность обозначать красивой буквой m. m красивая. m красивая – это совокупность, которая состоит из таких вот подмножеств. Ну, порядок элементов в этой совокупности, то есть порядок, в котором в совокупность собраны эти множества, нас совершенно не волнует. Просто лежит такая кучка, состоящая из различных k-элементных подмножеств n-элементного множества. Сама кучка мощности s. Возвращаемся к нашей задаче. Вот у нас есть множество из n-элементов, есть k-элементные подмножества, k-элементные подмножества, они все разные, их s штук, и они свалены в такую кучу, которая обозначена m красивая. Так вот, давайте вот это m красивое, вот эту вот совокупность, вот эту кучу, считать случайно. Давайте считать, что мы берем случайную совокупность. Так, взяли такую случайную совокупность. Ну, первый вопрос, на самом деле, вот если вы на него отвечаете, то дальше будет легче. Первый вопрос, какова вероятность возникновения этой самой случайной совокупности? То есть вот взяли какую-то конкретную совокупность, с какой вероятностью она возникнет? То есть вот есть такой огромный мешок совокупности. Сама совокупность – это куча, да? Куча множеств. А этих совокупностей тоже куча. Они собраны в мешок. И вот мы из этого мешка вытаскиваем одну случайную совокупность. Спрашивается, с какой вероятностью? Ну, то есть понятно, что мы находимся в рамках классического определения. Все совокупности равновозможные. И вопрос по большому счету чисто комбинаторный. Сколько всего существует таких совокупностей, правильно? Вот подумайте –